Всем здравствуйте, меня зовут Виктория, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будут новогодние покупки из Fix Price. Кто любит такие видео, продолжайте смотреть. Сразу хочу пройтись по чеку. Все, что мы купили, у нас сегодня вышло вот на такую сумму, 2139. Покупали мы в Нижнем Новгороде на адрес, я, наверное, сейчас не найду. В общем, ну, мне кажется, почти все одинаково у нас Fix Price. Из новинок. Первое, что я обратила внимание, это вот на такие веточки. В том году таких веточек не было. Они в двух видах, без пакетика. Продаются прям так, по 99 рублей. Шишка. Вот эти красные тоже крутые. Они обе крутые. Мне очень они обе понравились. Вот давайте со всех сторон вот эту покажу вам. Сыпется, конечно. Но из Fix Price вот эти вот. Вот эта белая посыпка, она у всех сыпется, в принципе. Вот такая веточка. На длинной ножке. Вот на такой. И вторая веточка. Вот такая вот. Менее пышная. Ну, можно выбрать попышнее. Вот на такой ножке. Ножку, если, допустим, слишком длинная, вы можете ее убрать. Очень они мне понравились. И я им ставлю плюсик. Следующее. Я много веточек купила. Следующая у нас вот такая вот идет веточка. Я ее сейчас открою. Фирма у них одна и та же. Сейчас фокус. Вот что про нее написано. 30 сантиметров она. Сейчас я ее открою и к вам вернусь. Вот я ее раскрыла, распушила немножко. Вот давайте его на этом фоне вам покажу. Вот так она выглядит. Здесь вот плоская. Я так думаю, для какой-либо подделки. И можно еще какие-нибудь шарики добавить, и будет идеально. Вот такая вот веточка. Следующая. Это идет вот такой вот набор. Я взяла их для того, снежинки. Сейчас тоже открою. Коробки, смотрите, тоже в снежинках. Вот такая вот коробочка. Я взяла две коробки таких снежинок. Сейчас я их открою тоже. Покажу, что про них написано. Я взяла для того, чтобы обвесить ими потолок. Я хочу и спальню ими в спальне повесить, и в зале повесить. Фокус потерялся у меня. Сейчас я открою. У меня есть еще вторая коробочка. Сейчас я вам сразу вторую покажу. Вот такой вот. Забыл, какой я вам показывала. Вот эти показывала. Вот такие вот два набора. Я просто свет поярче сделала, чтобы более видно было. И вот такой вот. Сейчас я их достану, вам покажу. Вот такие снежинки. Они легкие. Я еще во влоге, это видео будет раньше, чем влог. Во влоге я вам покажу, мы купили арку. И для того, чтобы там будут у меня ленты, цветы, и для того, чтобы придать такой новогодней тематике, будем украшать в кафе арку. Я еще вот так думаю, что я вот эти снежинки туда повешу, чтобы как бы по-новогоднему все тоже было. Смотрите, вот эти коробочки, можно вот эти вот наклеечки снять с них и положить какие-либо подарки в них, потому что они очень красивые. Тут только снять вот этот вот, а здесь также заклеить скотчем, перевязать бантиком. Я так думаю, что я их использую обязательно. Я не буду их выкидывать, потому что они очень красивые, коллекция прям очень крутая. Что, давайте продолжим также дальше. Также появились гирлянды, но я знаю, что есть в двух вариантах, елочки еще есть. Да, вот они нарисованы. Но здесь у меня только звездочки. Не было елочек. Хотя елочки не было. Сейчас мы ее с вами включим, проверим, работает ли. И к ней батарейки я купила. Батарейки в комплекте не продаются. Вот такой набор мы взяли. Батарейки всегда нужны. Ну что? Вот такая вот гирлянда. Работает она хорошо на батарейках. Единственное, я не смогла размотать. Сейчас фокус. Вот эту вот штучку. Не смогла размотать. Вот такие вот звездочки. Смотрите. И так думаю, они небольшие, маленькие. И нужно будет еще найти елочки. Следующее, что я вам хотела показать, это вот такой вот такая наклейка новогодняя. Я буду использовать для того, чтобы сделать красивые свечки и стекло. Мне нужно будет какая-нибудь либо ваза. На вазу я их буду вот приклеивать. Мне очень понравилось. Там разные такие вот есть наклейки. Можно на стекло приклеивать, на окно, на что угодно. Я ухватила вот такую. Она мне очень понравилась. Вот что про нее написано. Ну, в принципе, каждый год они продаются, и они там разные есть. Это мне понравилось больше всего.
Наклейка новогодняя 41 на 42 сантиметра. Следующая, это вот такая вот елочка. У меня уже одна такая есть. Не первый год она у меня. Я еще взяла. Была еще там в голубом цвете. Я взяла вот в таком, оставалось их две. Сейчас мы их вместе ее откроем с вами. Что хочу сказать. Единственный минус этой елочки и всех вот этих игрушек, то, что очень сыпется у меня все на руках. Все, весь стол, как вы можете обратить внимание. Все вот в этих пенопластовых шариках маленьких. Вот такая вот елочка. Стоила она 99 рублей. Вот у меня таких уже две. Значит, это вот такой вот новогодний венок. Я немножко его распушила. Единственное, что мне не понравилось, это запах. Запах просто ужасный. Чего-то потного. Как будто что-то потные носки. Или я не поняла чего. Но это, я так думаю, краска так очень пахнет неприятно. Но венок очень красивый и... Обязательно я его доделаю, добавлю сюда шариков обязательно. Мы с вами вместе его доделаем, может еще мишуры какую-нибудь добавлю. А, в принципе, если поставить посередине свечку, то будет даже очень красиво и ничего добавлять не надо. Сейчас я вам как раз ее покажу. Вот такую, если свечку поставить в серединку, то ничего больше и, в принципе, и не надо. Сейчас я вам покажу ее, она тоже работает, наверное... Как-то от батареек. Сейчас я ее открою. Все, я ее открыла. Нужно было сорвать язычок. И вот тут она внизу включается. Видите, тут переливается она. Вот так выглядит этот Дед Морозик. Снеговик Дед Морозик. И вот такая вот свечка. Вечером будет ничего. Единственное, я думала, она каким-то одним будет цветом. Но она вот так переливается. Мне очень нравится. И если вот такую композицию оставить, положить вот на такой, допустим, столик, то, мне кажется, больше ничего и не надо. Также приобрели вот такой вот, вот такой подсвечник. В том году вроде они были уже. Сейчас я его открою, мы с вами вместе его посмотрим. Коробочку, опять же, я выкидывать не буду. Она мне обязательно понадобится. Вместе с вами ее как-нибудь, наверное, подарочки будем туда складывать. Преобразим. Вот такой подсвечник. Клея много, клей можно убрать. На картонке. И как раз он в зал красный с золотым идеально мне подходит. Очень мне он понравился. Взяла я мороз. 99 рублей. А, говорят, что он поет. По-моему, у него грязная рука. Сейчас я его достану, вам покажу поближе. Вот как он выглядит. Хотела я его давно. Единственное, глаз закрывается почему-то. Держит он маленький подарочек. Около елочки я его поставлю. И где-то он должен петь. Только я не знаю где. Сейчас я поищу, к вам вернусь. В общем, я нашла. У него под кофтой. Вот здесь нужно две батарейки. Не зря мы купили набор. Давайте возьмем две батарейки. И вот здесь все нарисовано, что он должен у нас петь. Сейчас проверим. Он кричит на всю квартиру, он просто орет. Поэтому, если где-то вдали его поставить, он играет на заднем фоне нормально. Но он очень громко кричит. Мне он очень понравился. Давайте следующий. У нас будут вот такие домики, я не могла их не взять. А тоже они, видите, тут загораются, а этот тоже. Сейчас мы их откроем, но я слышу, слушайте, вот. По 99 рублей, но они сыпятся очень сильно, видите? Сейчас у меня весь стол будет в этой белой посыпке. Давайте откроем. В общем, очень красивые домики, но, девочки, сыпятся они просто ужасно. Посмотрите. Я просто дотрагиваюсь. Смотрите. Все осыпается. Может убрать вообще, чтобы лишнее здесь то, что осыпалось. Потому что это ужас какой-то. Ну, пропылесошу сейчас. Придется пылесосить. Но загораются они, смотрите, как волшебно. Если выключить свет, это будет просто... Волшебно. Мне очень понравился и вот этот домик. Ну-ка, они не похожи? Нет. Ну, они немножко похожи. Видите, здесь полностью не так обсыпан. И вот этот. Берите, где меньше вот этой вот посыпки, потому что они очень сыпятся. Но они очень классные. Я прям в восторге, если честно. Ну, а посыпку можно убрать. Следующий мы купили вот такой подарок именно на обзор.
А я хочу посмотреть, что там за конфеты. Здесь их килограмм. И буду снимать, сейчас доснимаю это видео и выложу вам обзор на эти конфетки. Есть, конечно, я все не буду, но покажу, что там внутри и стоит ли его покупать, чтобы вы знали, покупать его или нет. Стоит он 199 рублей. Он такой достаточно тяжелый и большой. Было вот таких свинюшек. Они у нас под соль и под сахар, или там под перчик. Вот такой набор. Раскрывать я его не буду, потому что я его кому-нибудь подарю. Такого синенького и маленького. Синенького и розовенького. А ценник я обязательно сниму, чтобы было это все красиво. Без цены. Не, с ценой не очень хорошо дарить. Следующая, еще одну свинюшку сейчас вам покажу сразу. Давайте. Вот такая вот, там они не разные, их тоже уже все почти разобрали. Розовенькая вот оставалась последняя, я взяла розовенькую. Такая вот стеклянная, тоже кому-нибудь я ее подарю. Мне они очень понравились. Стоила она, по-моему, 55 рублей. Очень крутая. Либо оставим себе для того, чтобы он как бы год свиньи. Поэтому, я думаю, может, мы его и себе оставим. Вот такие вот. Вот такие три свинюшки мы купили. Мы будем делать камин, и я буду вешать туда, вот еще не купила их, кстати, носочки буду вешать, там носочки продаются. И вот такие вот, где у него вторая нога. Зацепилась. Стоит он 55 рублей. Вот такой вот он. Там есть разные. Там, по-моему, еще собачка была, олень, еще кто-то. Мне очень понравился он. Мы его повесим на камин. Будет у нас тут такой олененок висеть. 55 рублей он. Очень меня он облюбовал. Знаю, что появились новые бенгальские огни, свеча, но, о, елка, но мы их не нашли, поэтому мы взяли обычные, они нам будут нужны обязательно. И если найдем, потому что в разных фикс-прайсах все по-разному, если найдем, я вам тоже еще один обзор обязательно сделаю, потому что я не все докупила. Вот обычные взяли. Только цена у них, я не знаю, какая, посмотрим. Вроде в том или позатом году уже были такие коробки. Это для подарков. Мы сложим туда подарки. Я буду вместе с вами собирать подарки в течение ноября и декабря. И вместе с вами покажу, что я туда положила. Положу этих свинюшек, которых я вам показывала. И каких-нибудь сладостей тоже положу. Подарки будем подписывать вместе с вами. Вот такие вот коробочки, они небольшие, разные. Мне понравились вот эти вот, вот этот красный. Еще взяли вот такой снег. Его я хочу попробовать вместе с вами открыть. Сделаю в обзоре его тоже в следующем видео. И говорят, что он очень хорошо так украшает. Поэтому мы сделаем, здесь есть инструкция, все, я вам прочитаю, сделаем с вами этот снежок. Посмотрим, как он увеличивается в объеме и правда ли он такой классный, как говорят. Последняя новогодняя покупка на сегодня, это вот такая вот оберточная бумага. Сейчас я вам ее раскрою, покажу. Были, конечно же, там расцветки разные, но как же я не могла пройти мимо синего. Новый год у меня ассоциируется с синим цветом, красным цветом. Синий цвет, почему-то это как холодный снег. Вот такой вот, такая вот плотная достаточно оберточная бумага. Это бумага ли? Да. В общем, мне она очень понравилась. Нее мы тоже с вами будем запаковывать подарки. Она там в разных тоже оттенках. Есть разные рисунки. И еще у меня есть недостаточно, не такого уж и новогодний, но так как мы их купили, я вам покажу их. Купила я клей и заряды, как всегда. Сейчас, секунду. Это, как всегда, чтобы делать шарики. Будем делать с вами новогодние шарики, которые уже пятое видео подряд хочу сделать. Сделаем. Мне нужен тонкий клей такой небольшой, чтобы вот эта вот часть была тоненькая, взяла фикс. Маски медицинские для работы мне. И они стали продаваться по 10 штук. Раньше по 3 продавались. Вот, тоже выгодно. Еще вот такая покупка за 99 рублей. Под помады. Можно кому-то эту шкатулочку также подарить. Там их можно собирать. Видите, здесь можно 2, 3, как угодно. 99 рублей. Единственное, плохо отмывается, это вот наклейка. Это меня, конечно, очень огорчает. Вот то, что она плохо отмывается. Кстати, носочки вот эти у меня тоже из фикс прайс. Я, наверное, в этом видео сейчас в конце вам покажу эти носочки. Тоже я их покупала в фикс прайс. Вот такая вот шкатулочка. Смотрится она достаточно. На Алиэкспресс она дороже, чем у нас фикс прайс. Решила. Последняя покупка. Это вот такие наушники. Взяли мужу на работу. Единственный минус. Плохо они звучат. Не особо работают.
Поэтому немножко огорчились, но они стоили 55 рублей. Так чисто ради интереса мы их взяли. Попробовать не советуем, потому что они раз на раз. Кому-то повезет, нам не повезло в этот раз. Совсем плохо звучат. И так думаю, что через неделю они совсем звучать не будут. Ну что, это были все мои покупки новогодние на сегодняшний день. Бегите в Фикс Прайс, покупайте, пока не разобрали, если кому-то что-то понравилось, потому что разбирают у нас уже очень много разбирают. Вот. А следующее видео также сделаю с Фикс Прайс. Посмотрим, что новенького я там найду и обязательно с вами поделюсь. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, была вам полезна. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока.